Всем привет! Пошла в магазин, и что вы себе думаете? Конечно же, нашла майскую рядовку. Вот такие крепыши. Не знаю, червивые или нет, сейчас посмотрим. Вы представляете, сколько ее? Целый мешок. Совершеннейшее везение на сегодняшний день. Вчера, когда я проходила через посадку, там еще этой майской рядовки не было. Это майская рядовка. И ее можно как понять, что ее, ну, она съедобна. Растет она в мае, запах такой вот мучнистый, такая бело-желтоватого оттенка. Большие грибочки, вот я разрезала, он уже червивый. Конечно же, мы его использовать не будем. Но мне очень повезло, вчера еще этих грибов не было. А сегодня, пожалуйста, они выскочили. И растут они во мху. И очень вкусные. Советую попробовать, пособирать. Растут в мае. Их ни с чем не перепутаешь, только такие вот растут. Еще там сморчковая шапочка. В мае не растут желтовато-беловатого цвета ядовитые грибы, только съедобные. Сейчас я их почищу. Есть грибочки, которые как бы привязаны к одному дереву. Они каждый год вырастают именно там. Эти рядовки майские растут кругами. И постоянно каждый год, вот уже в течение стольких лет, как мы здесь живем, я постоянно их в мае собираю и жарим. Перед жаркой их надо отварить минут 10-15. Слить воду, промыть и потом выжарить лучок на подсолнечном масле, как вы любите. Когда выжарятся грибочки, можно добавить туда сметану в конце. То, что я вынимаю их с корнем, ничего не значит. Я не повреждаю грибницу. Грибница расходится на километры, бывает на тысячи километров грибница. А это просто как плодовое тело, которое вырастает на том же месте каждый год. Грибы очень хрупкие, нежные, отмываются легко, совершенно. И сейчас я их отварю. Остатки грибов я обязательно отвезу на дачу и там разбросаю в саду, недалеко от деревьев. Точно так же я вырастила рядовку фиолетовую на даче и благополучно собираю ее каждый год. Также растет у меня на даче рядовка лилово-ногая. Все, отходы я собрала, отвезу на дачу. А это сейчас отварю. Вы можете сделать жареные из них грибы или с соусом. Резать я не буду. Они сейчас отварятся, будут очень красивые, особенно хороши в соусе, целенькими. Ну что ж, друзья, я сегодня рассказала вам о майской рядовке. Удивительный, вкуснющий гриб. Советую. Пока-пока.